Молодцы, да? Вы у меня молодцы. Всем доброе утро. Всем здравствуйте. Наше утро началось. Ребятишки тут уже блиночки себе украшают. Матвей, ты клади столько ягодок, сколько ты съешь. Давай. И Евочка тоже давай, моя именинница ты моя сегодня. Клади еще ягодок, добавляй. Мама сейчас еще с творожком сделает блиночка. Мама. Ау. Ты столько ягод съешь. Сына. Ой, молодец, украсил, да? Молодец. Так. Сейчас мы сделаем. Мама. Ау. А давай заворачивать просто. Блиночки заворачивать? Да. Сейчас, подожди, сына, я сейчас быстро. Раз. Блиночки очень быстро жарятся у мамы на большом огне. Завернем блиночки. Да. Положим блиночки. Так, сюда можешь тоже сделать ягодок немножко. Молодец. Во. Давайте кушайте. Приятного аппетита. Блинчик-то бери. Бери давай блинчик-то вот так. Держи. Ты ягодку макнула, да? Держи, моя хорошая, давай. Подожди, дочь, неправильно мама дает вот так. Во, давай, кушай. Матвей тоже кушай, давай, двигайся ближе. Все, мама блиночки жарит. Сейчас творожок сделает. Немножко блинчиков завернем. Какие тут блиночки будут кушать ребятишки. Вот так. Вкусно? Вкусно? Папа-то нам приехал, циферку-то, двоечку привез. Что-то слабовато, как есть, накачали, а, Саша? Почему? А он же при холоде спускается. А-а-а. Там ребятишки уже позавтракали. Ждут. Ждут папу. Доченька. С днем рождения, тебя, моя любимая. На. Держи. Дай! С днем рождения, тебя, дорогая сестра. Дай! Люблю тебя. Братик тебя поздравляет? Да. Такие игрушки тебе подарил. Папа. Папа купил? А сейчас тебя папа будет поздравлять. Доча, с днем рождения тебя, моя хорошая, любимая девочка. Держи подарочек. Кто это? Га-га-га. Га-га-га. Подарок-то больше ее. Вот, га-га-га, давай посадим его. Вот так сядет. О, га-га-га. Га-га-га, да. Привет, девочка. Днем рождения тебя. Довольная. Что-то папа тут набрал вам. Ну-ка давайте смотрите скорей. Целый пакет всяких вкусностей. Ты соков там набрал, что ли? Соков набрал. Ну пусть пьют. Открываем сок. Попрыгуйте тут просто. Не знаю, как. Ой, вот такие мелочи, такие вот всякие. Ребятишки любят, да? Что это такое? Ну-ка, давай посмотрим. Что? А что это такое? Да прыгучие зверята? О-о-о. Давайте, открывай. Открывай тогда им сейчас. Да. И сок открой. Сок-то я уберу сейчас тогда. О-о-о, по коробочке сока выбирайте. Какой сок будете пить? Этот будешь пить? А ты какой? Молодец. Молодцы. Все, давайте, пейте. Мы сейчас тоже позавтракаем. Потом мама поздравит. Ух ты! Зайка, попрыгайка, да?
Какой зайка-попрыгайка? Может, тебе другое открыть? Ягодки. Че, еще раз? Матвейка, кто тебя там поздравляет? Миша. Миша? Ой. Миша. 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 А это кто? Зайка. Зайка поздравлял. Зайка. Как танцует Ева? Молодец, веселушка. Кто это у тебя? Папа тебе подарил? Угу. Да, иди включай музыку, давай. Снова танцуй. Иду поздравлять доченьку мою. Девочка моя любимая. Мама тебе подарок несет. Поздравляю тебя, дорогая моя. Сладкая девчонка. Будь счастливой, хорошей девочкой. Кто там? Вот ничего себе. Как ее зовут? Ну, давайте, открывайте, смотрите. Так, где у нас тут открываться? Чего мы даже потерялись? Сразу не знаю, где, как открыть, что открыть. Ой-ой-ой-ой. Открываем, вытаскиваем, да? Спящую принцессу, да? Она спала, ждала. Когда же день рождения? Когда же у Евы день рождения? А, вот она. Ой, у меня ножки привязаны. Ты не убежала, что ли? Ложиться надо. Ничего себе. Да, наверное, надо. Почему? Вода тушит огонь. Вода покрывает пленкой место горения. Мама. Почему? Из чего делают попкорн? Из кукурузных зернышек. Интересного? Тебе интересно? Кто такие холоднокровные животные? Холоднокровные животные — это животные. Ничего не дали договорить-то. Она выключила, нажала. Она нажимает. Кто такой джунгли? Это густой, непроходимый лес в жарких странах. Почему арбуз — это ягода? Ягода — это сочный плод с тонкой кожурой и большим количеством. Даже Матвейке интересно. 300 вопросов и 300 еще ответов. Вода. Песня на земле. Я не знаю, я ж не проверяла. Мы проверили, как она разговаривает. Не дает огню воздуха. Я назад. Не надо ничего нажимать. Бензин легче воды. Он всплывает на ее поверхность и продолжает гореть. Если 60 секунд с ней не пользоваться куклой, то... Угу. Для чего человеку в режим сна переходит? Пока. У нее ножки, ручки гнутся, да? Ай, какая Катя, да? Тебе нравится, доча? Довольна. Мама подарила. Ну, играйте, давайте. Давай. Папа с тобой будет, да? Давайте, играйте. Вот какой вопрос задаешь, тут все написано. По цифрам. Понятно. Ну вот, беги к папе, давай. Смотри, не таскайте, потому что беречь надо такие вещи. А то они моментально это истеребят. Что такое? Веснушки. Это рыжеватые пятнышки на коже. Веснушки. Появляющиеся.
Танцуй с Катей, давай, обнимай ее и танцуй с ней. Сейчас папа музыку вам включит. Это большая часть суши, окружённая водой. Поскакали, повеселились. Захотели маме помочь? Угу. Помощники. Матвей, ты не мой сын, а. Кока. Ой, Ева кока хочет чистить. Но она все яйца перечистит, это точно. А вот Матвейка огурчики резать тоже хочет. Ну, ну разрезай тогда, раз ты. Вот, стараться. Туда клади, да, скорлупки. А яйцо чищено вот здесь, с краешку, ладно? В тарелочку, хорошо? Молодец. Давайте, будем салат делать крабовый. Да. Крабовый салат любят все? Все, потом мама курочек пожарит. Папа сейчас привезет нам крабовые палочки. Ну, в общем, вот так как-то. Как-то вот так у нас будет по-скоренькому салат. Сына. Так мне нужен большой. Вот эти салаты мне нужны, нужны маленькие. Давай, сына, я сама буду резать. Да я так нарежу. Ну так это же неправильно. Ну давай, ты режь так, а я буду за тобой подрезать, ладно? Ну, я такие люблю. Ты такие любишь? Да. Ну ты же не один. Придут детишки, они скажут, это что такое в салате? Что за огурцы крупные такие, да? Ну, держи полотенышко. Держи ручку, вытирай полотенышком. Все, давайте. Помощники. Да вот я нарезаю. Куклой долго завлекались. Интересно, да, кукла? Катя, понравилось тебе? Папа. Тебе понравилось? Угу. Вот так. Ой. Вот такие мелкие. Да, собачки. Помельче, да. Помельче, да. Сюда скорлупки делай. У-у-у. Так, дети нарезают. Мама тоже режет. Папа пришел уже с покупками, да? О, молодцы какие. Он не дает мне резать огурцы. Я говорю, давай я буду резать. Ну, конечно, он делает крупновато, а надо помельче. Но он старается. Помельче? Да. Получается? Не получается. А? Не получается? Получается. Получается. Ну, да, ему, видишь, ему сам процесс интересен. Ну и все. Вот. Кореус. Кока. Папа пришел, да. Кока, давай, чисти. Все в работе. Ой, какие молодцы. Что же папа нам принес? Яички. Яички. Матвейка, ты можешь крабовые палочки, кстати, чистить. Чистить, да, чистить и резать. Так, давай. Доставай крабовые палочки, папа. Они же замороженные, но тяжело так их чистить. Замороженные? Конечно. Ой, ну, почему? Наоборот, хорошо их будет чистить. Ну, конечно. Это мы будем тортик на стол ставить. И свечку тебе будем поджигать. Будешь желание загадывать, да? Увидела, папа вытащил. Надо сразу стало. Ну-ка, подожди. Дай. Ой. Колпачок одевать хочешь, да? Потом ребятишки придут, и все оденете вместе тарелочки. Вот такие тарелочки, тортик будем резать. Да. Вот так. Такие, папа, тарелки купил в этот раз, одноразовые, чтобы поменьше. Отдай. У тебя вот, смотри. Чтобы посуды много не мыть, а сразу выбрасывать. Вот. Аня, такого бегемотика связала. Смотри. Скажи спасибо, доча. С днем рождения тебя, красавица. Красивый какой бегемотик, да? Ой. Ей куклу надо открывать скорее. Как на Евин день рождения испекли мы каравай. Вот такой высоты, вот такой ширины. Давай, дуй. Держи. Дуй, держи, держи. Ну-ка, дуй давай на свечку. Огонечек давай задувай. Задувай, доча, огонечек. Давай.
Давай вместе. Давай. Давай с папой дуй. А то кису дуну. Давайте похлопаем. Еву, с днем рождения! С днем рождения! Ну все, ладно. Давай, дуй. Задувай. Задувай сам тогда. Папа задувает. Все. Матвей хотел помочь. Да, да, да. Брат хотел тебе помочь. Три кота. Давайте сейчас. Как кто их знает, как их зовут? Я знаю. Маленький, ух ты! А Ева не знает. Ну все, торт кто будет резать? Папа? Папа? Не знаю, папа. Да, ставь ее на это. Мама, я хочу будешь кожи. Садиться? Мама. Пусть она берет. А пусть мама. Дай ей, берет, дай ей. Что тебе надо? Бери. Ну вот так вот, нет, дай бери. Ей, и все. На, скорее. Карамелька это. На тебе скорее вот такую. На карамельку. Бери. Держи. Держи скорее. Давайте, кому? Мне. Мне. Да всем, всем сейчас положим. Держи. А где ложка? Ложки. Катя, неси ложки. Руками мрея. Вилки, ага, неси. Кому что? Вилки. Мне вилки. Ну, то я не могу поднять ее. Так, давай. Что? Вкусно? Да. Хочется еще ложку. Ложку сейчас Катя принесет. Ложку. Давай. По-своему, да? На этом наше видео подходит к концу. Скажу вам всем огромное-огромное спасибо за ваши теплые слова, за ваши пожелания. Очень много поздравлений было на Телеграме. Обязательно внизу оставлю ссылочки на наши социальные сети. Заходите, оставайтесь с нами. И до скорых встреч. Всем пока-пока.